Всем привет! Добро пожаловать на канал Суши Пинчук. Хочу показать вам, как очень просто в домашних условиях сделать овощной ролл. Для овощного ролла вам понадобится болгарский перец, листья салата, авокадо, один целый огурец, половинка листа нори, рис, уже замешанный с сушизой. Если вы не знаете, как правильно готовить рис и делать заправку для риса, вы можете посмотреть по этой ссылочке. Берем рис и раскладываем на лист нори. Разложили рис и переворачиваем. Добавляем болгарский перец, авокадо и листья салата. Заворачиваем и придаем квадратную форму. Прежде чем заворачивать ролл дальше, убедитесь, что у вас начинка спряталась под нори, чтобы ваш ролл не развалился. Заворачиваем дальше. Завернули и немного поджали. Откладываем пока наш ролл в сторонку. Нам необходимо сделать слайсы огурца. Слайсы мы будем выкладывать на салфетку. Мы сделали слайсы огурца, теперь сверху накрываем салфеткой, чтобы их немножко просушить. Можно наши слайсы накрывать сверху на ролл. Еще раз немножко поджимаем ковриком. Можем наш ролл резать, но прежде чем порезать, обязательно смочите нож водичкой. Режем на 8 ровных частей. Смотрите, какой симпатичный у нас получился овощной ролл. Сверху я предлагаю полить ореховым соусом. Давайте еще сверху посыпем кунжутом. Я думаю, получился очень аппетитный овощной ролл. Веганы заценят. Не забывайте оставлять ваши комментарии. Я буду очень благодарен вам, если вы поддержите мой канал своей подпиской и лайком. С вами был Суши Пинчук. Всем пока!